Привет всем. Сегодня у меня поход на гору Сокол. Из Судака выхожу. Все, посмотрим, что будет из этого получится. Ну вот эта дорога, ведущая на Новый Свет. И где-то от нее будет поворот на тропиночку, которая будет вести на гору Сокол. Вот вид на Судак с другой стороны города. С этой стороны я еще не снимал его. Лысая гора. Так, и вот, видимо, та самая тропинка. Прямо от трассы идет. И экогеострой. Так, и она, скорее всего, идет как раз на гору Сокол. Куда я сегодня и направляюсь. Так, ну вот буду по пути снимать какие-то моменты, которые мне нравятся визуально. Ну и во время отдыха тоже, в принципе. Буду что-то снимать. Все равно какие-то остановки буду делать. Вот та самая гора Сокол. Красавица такая. Так, а я, пожалуй, что где нахожусь? Внизу идет дорога на Новый Свет. Вот она. Ух. Уже высоко забрался. Это что-то заброшенный санаторий или что-то такое. Вот. А Новый Свет он там. Вон гора Орел. Так, ну, а мне туда. Я так понимаю, что вот сейчас тропиночка идет наверх. Очередная остановка на горе. Чуть повыше еще забрался. Не знаю, половины нет или есть пути. Вот. Опять решил поснимать. Вот гора, еще порядочно топать, и причем вверх все. И там вот еще группа туристов ходит. Ну вот на машинах, наверное, которые приехали. Все ближе и ближе гора Сокол. Мне теперь туда, потом, видимо, вниз, и потом вот самый такой рывок вот наверх. Там прям круто, подъем крутой. Так, ну и вот там дорога идет на поселок Новый Свет. А это краешек, опять же. Вон дорога. За поворотом там уже Новый Свет, за горой Сокол. Вот. Так, я обогнал всех туристов. И теперь у меня такое ощущение, что я вообще не по той тропе пошел, а не по той. Но они, наверное, с гидом все-таки идут, либо раз группой, так все равно какая-то есть у них план какой-то. Вот. Там он, вдалеке. Вот это Балабаха, это чертов палец называется. Достопримечательность. И возле него вот идет тропка. Она как раз на Сокол. Может быть, надо было идти как раз и по ней. А я что-то решил срезать и ушел немножко не в ту сторону. А они, скорее всего, пойдут там. Ну, уже возвращаться обратно мне неохота. И поэтому я пойду туда дальше. Там все равно, скорее всего, какая-нибудь тропа должна быть. Но если нет, туда обратно придется возвращаться. Так, иду по какой-то тропе. Даже не тропе, тут и тропы-то как бы нету. Просто иду по лесу в нужном мне направлении. И, я так понимаю, все-таки тропочку я обнаружу. Сейчас, ура, пойду по ней. И вот такой гребень тут каменный. Как не залезть, ребята? Уж что. Это же я не я буду. О, шикарно. Это все вниз вот туда. Вот дорога там. Фух. Тяжко немного. Так вот. Отлично. Отлично. Супер. Так вот. Ну, дальше уже смысла. Блин, наоборот, с рюкзаком сразу идти. Так, ну дальше уже смысла, наверное, идти нету. Надо возвращаться на тропку и подниматься наверх. Потому что еще вот до туда чапать надо. А это только на камеру кажется, что недалеко. А на самом деле это и далековато еще. И подъем крутой. Поэтому надо немножко прийти в себя, собраться силами и последний рывочек туда сделать. Ура! Так, сейчас иду и думаю, что что-то вроде бы не так. Летом вроде как-то не так шел. Понятно, что жарче было. А теперь понимаю, что тишина просто абсолютная. Вот только ветерок подувает. А летом на каждом дереве по несколько цикад сидит и стрекочет очень громко. То есть шум очень
сильный от них. Ни хрена не слышно из-за них. Вот. Сейчас их не стало, и иду в абсолютной тишине. Так, почти забрался. Вот уже Маковка. Это уже Новый Свет, поселочек. А вот там дальше за ним я в те выходные гулял. Хорошо тут ветерок дует, не знаю, как микрофон себя чувствую. Но тут, ребята, уже охренеть какая высота. Ё-моё. И горы, горы. Блин, ноги не держат. Забились, просто жесть. Что-то устал маленько. Вон люди тоже там забираются. Где-то там. Так, поднялся на Сокола. Вот Новый Свет как на ладони. Надеюсь, микрофон меня будет спасать от ветра. Я тут не один сегодня. Люди тоже забрались. Вот гора Сокол высотой около 500 метров. Виды какие, да? 400 с чем-то метров она. Так, ребята, смотрите, где я. На горе Сокол. Высота около 500 метров. Поднимался. Сейчас скажу, сколько. Сейчас не скажу, потом посмотрю время и скажу. Вот там дедулька какой-то. Тоже забрался. Так, ну смотрится, конечно, круто и высоко. Сейчас пойду к краешку, покажу. Так, поднимался я, посмотрел. Полтора часа, где-то в 11 начал, сейчас пол первого. Тут же почти отвесная, да? Скала-то. Офигеть, высоко так. Новый Свет, как на ладони. Водичка чистая, все, надо искупаться будет. Так, ну еще раз, вид с горы Сокол. Панорамный. Вот там вот меганом у нас вдалеке. Море сегодня без шторма практически. Здесь на горе приятный такой прохладный ветерок. Лодочки все еще катаются. Ну вот. Может, опять какую-нибудь прогулочку на лодке возьму на выходных. Сегодня суббота, еще целый день впереди и еще целый завтрашний день впереди. Так, еще раз подойду к краешку, посмотрю, покажу вам. Хоть и страшно, я не любитель высот. Боюсь, не ходит еще и ветер такой. Блин. Короче, вот такое дело. Это дорога там внизу. И вот получается, смотрите, полкилометра падать, если что. А не хотелось бы, честно говоря. И сейчас я, получается, в раздумье, в легком, в недоумении, где мне спускаться. Вроде бы и обратно можно так спуститься. Но это, ну не знаю, полтора часа поднимался, обратно, я думаю, за час легко спущусь, а может даже быстрее. Потому что на Эпетре мы, например, с Тимуром залезали. Не помню сколько, но спустились мы за час. Поднимались часа два точно, если не больше. Вот. Так, смотрите, хорошо, да? Класс, класс, класс. Вот. А второй вариант это спуститься в Новый Свет. Это вот туда, если что. Сейчас покажу. Тут тоже тропка есть. Вот он там, вдалеке, внизу. Спуститься туда, перекусить. Может, искупаться на пляже сходить. Сегодня море чистое, шторма нет, спокойненько. Поэтому почему бы и не искупаться? Я в любом случае сегодня купаться буду. А где это сделать? Здесь или в Судаке? Так можно и здесь, и в Судаке, если что. Ну, вот такие пироги, ребята. Еще что-нибудь потом поснимаю, посмотрим. Сейчас надо понять, куда идти. Через Новый Свет, либо на Судак опять. Надо еще найти трубку на тот на Новый Свет. Потому что я ж не знаю, где она. Какой-то выступ. Сейчас я на него заберусь.
Так вот. Раз. Ого. Высоко, высоко. Деревья в этом году не желтеют, а прям засыхают сразу почему-то. Ну, видимо, из-за того, что дождей не было. Здесь дождей все лето не было, представляете, да? Вот я приехал, один раз тоже дождик всего лишь был. А долго ли, коротко ли, обратной дорогой иду там же, где и поднимался. Потому что я такой иду и думаю, а что там не видел в этом, в новом свете. И вот уже скоро спущусь почти. Вспомнил, что там же есть еще источник какой-то Святой Анастасии, в котором можно прямо искупаться даже. И вот затупил, конечно. А на обратный путь уже, ну, в смысле, возвращаться туда, что-то сил нету. А это значит, что придется мне когда-то еще раз посетить эту гору. Но это и неплохо, потому что место красивое. Добираться, блин, ну, нормально. Не прям тяжело, но... Я бы даже не сказал, что на Айпетре было трудней. Так же. Только то, что тут поближе. А подъемы такие есть прям крутые. Крутые и довольно опасные, потому что там чисто по скале лезешь с двух рук. Ну, в смысле, держишься руками за всякие кустики и выступы, потому что, ну, чисто на ногах туда не забраться. Очень крутой подъем. Там вот в самом конце где-то. А так, в целом, мне понравился маршрут. Маршрут. Вот. И можно и посетить его еще разик, а можно и не разик. Я так считаю. Поэтому не жалею. Все круто. Сейчас спущусь, пойду до Судака. И как раз, наверное, на обратном пути, прям в труселях, пойду купаться в море, потому что-то прям жарковато. Жарковато, и хочется в водичке побрызгаться. Так, захожу обратно в Судак. Судак встречает меня огромным потоком машин в обе стороны. Ну что ж, сегодня прогулочка удалась, я считаю. Все хорошо. Спуск довольно-таки обычный для гор. То есть нормально. Ничего там особенного нет. Ну что, сейчас купаться на море и, наверное, не знаю, что дальше, приду нам что-нибудь.